Харизм, город в Узбекистане, и такой плов готовят преимущественно в этой провинции Узбекистана. Этот вариант приготовления плова наиболее близок к знакомому многим рецепту. Заходите и смотрите рецепт. В традиционных рецептах не принято что-то менять или дополнять их, поэтому точно следуйте рецепту, и получите тогда настоящий узбекский плов. Тушить мясо нужно и правда долго. За счет этого плов получается невероятно нежным и вкусным. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Баранину нарежьте на средние куски. 2. Лук почистите и нарежьте кубиком. 3. Хорошо обжарьте мясо с добавлением масла или курдюка. 4. Добавьте лук и обжарьте все вместе. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Морковь почистите и нарежьте брусочками. 6. Добавьте в казан морковь, зиру, обжарьте немного, залейте водой и тушите 8-10 часов. 7. Рис хорошо промойте водой. 8. Добавьте в казан, посолите, залейте водой, чтобы она была выше уровня риса на 1 см, накройте крышкой и готовьте до полного впитывания воды. 9. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Как и обещали, расскажем ингредиенты. Баранина 600 грамм, масло растительное 150 миллилитров, рис 600 грамм, лук репчатый 300 грамм, морковь 600 грамм, зира 5 грамм, соль 2 чайных ложки, количество порций 9. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.